в истории России были разные лидеры, но человека, который бы загнал в такую международную изоляцию, не было, такого лидера не было никогда. Да, то есть у России никогда не было таких отношений с таким большим количеством стран. Значит, ну, все во внешней политике. Я не думаю, что был хуже в истории России лидер в области внешней политики. Это совершенно неадекватно. В том-то и проблема, что если мы назовем, как мне, я считаю, что это нужно называть неадекватностью и дисфункцией, то как бы вроде как бы снимаем ответственность за преступление, но это именно неадекватно.